Маленький Тимур с каждым днем держится в седле увереннее. И все благодаря Танюше, любимой лошадке. Она помогает ребенку знакомиться с миром, ведь у мальчика аутизм. После занятий малыш становится более эмоциональным, много улыбается. Но и это для ребенка уже большой прогресс. Еще не доказано, конечно, что ипотерапия влияет на мозг конкретно. Но то, что улучшается состояние, это уже проверено, доказано. В середине 90-х годов ипотерапия стала занимать достаточно большое пространство в России. Уже несколько городов этим занимаются. Сначала это была Москва, Санкт-Петербург, а сейчас это распространяется по всей России. Лошадь по кличке Танюша уже многим родителям дала надежду на спасение детей. Ипотерапия – это получасовая прогулка на лошади. Пока ребятишки только привыкают к животному. Учатся кормить, гладить, катаются с помощью тренера. Красиво, добрая, взялая. Она всегда нам идет. И очень красивая. И кормим. А что любит кушать Танюша? Сухарики, яблочко и... А вы быстро научились на ней? Да! Спасать жизнь детей для тренера конной езды Даши Фифилёвой – дело всей жизни. Благодаря Александру Телевицкому мечта стать наездницей осуществилась. Потом узнала об ипотерапии. По ее словам, лошадь, которая лечит, сама должна быть абсолютно здорова, добродушной и послушной. Все началось с возраста, когда мне было 16, я первый раз пришла на конюшню в качестве помощника. В последующем я пообщалась с Александром Евгеньевичем Телевицким, он предложил отправить меня на обучение в Хреновскую школу наездников, это Воронежская область. Я поехала, и поначалу я обучалась только на инструктора для лошадей, но узнала, что есть профессия ипотерапевт. И меня это очень заинтересовало, потому что все-таки я сталкивалась с детьми с ограниченными возможностями, и очень хочется им помогать. Весельчак Вова по секрету сказал, что уже загадал желание на Новый год. Хочет научиться ездить верхом на лошади сам, без помощи взрослых. Что лошадке нужно сказать? Но! Громко! Но! Вот. Наталья Николаева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».